Информация, которую вы добыли на Титане, подтверждает, что Тихоокеанского командования больше нет. Китайцы уничтожили его ракетным ударом. Теперь это территория Чана. Если от нашего флота что-то осталось, то они теперь как слепые котята. Я понимаю серьезность ситуации, капитан. Тем более нужно быть осторожнее. Включать ее в состав отряда? Ирландцу это не понравится. Ирландец не видит всю картину в целом. У нас чрезвычайные обстоятельства. Она отправляется с вами. Понятно. Ирландец хороший мужик. Я присмотрю за ним. Я ценю это, Пак. У вас явные задатки лидера. Хотя путь вам предстоит еще долго. Спасибо, капитан. Нам нужно что-нибудь знать об атаке на аэродром. Да. Приведите Рекера. Пак, Рекер, слушайте меня внимательно. Наши последние ракеты должны быть использованы по назначению. Атакуйте аэродром. Следите за землей. Дайте сигнал, если увидите их самолеты на предангарных площадках. Мы разбомбим их и пойдем дальше, на запад, через пролив. Вас понял, капитан. Нет ничего проще. Пак. Рекер. Возможно, вы не выживете, как и многие ваши друзья. Но другого шанса не предвидится. У отряда, который доберется до аэродрома и выпустит сигнальную ракету, будет всего 30 секунд, пока мы не устроим ракетный дождь. Вас понял. Не станьте еще одной цифрой в статистике погибших. Хана. Пошли, Рекер. Капитан Ирландец. Куда это ты собралась? Я вызвалась добровольцем. Добровольцем? А кто разрешил? Капитан Гаррисон, разговаривайте с ним. И вы все об этом знали? Вы китайский знаете, сержант? А вам-то какое до этого дело, дамочка? Я лишь хочу помочь. Вы же меня поддержите. Я считаю, что это ужасная ошибка. От нее будут одни неприятности. Внимание всем! Сейчас будет говорить капитан Гаррисон. Бойцы на Валькирии, я знаю, что мы устали. Все мы страдали. Теряли друзей, любимых. Сделаем так, чтобы это было не напрасно. Шторм не дает вражеским самолетам взлететь. Но это ненадолго. Пусть остался только наш корабль. Но мы не позволим потопить себя без боя. Мы пойдем на запад. Мы нанесем удар по аэродрому под прикрытием шторма и обеспечим себе безопасный проход через Сингапурский пролив. Нам помогут скорость и смелость. Пусть этот шторм приведет нас домой. Просто класс! Лучше не начинай, Пак! Ракетница, блядь, у тебя? Да, да, у меня! Кто-нибудь знает, этот шторм еще набирает силу? Кто знает? Он может через полчаса утихнуть. Это больше похоже на тропическую депрессию, чем на тайфун. Что такое тайфун? У вас их называют врага. Шторм или нет, этот план мы должны осуществить. Если ракеты не попадут в цель, пострадает много людей. Рекер! Прямо впереди! Матюша! Аккуратней! Не стреляйте по своим!
движение. Мы что, сейчас их порошок сотрут. Перезаряжаем. Давай бинокль. Она там. Посмотрим, с кем. Обидчик, давайте цели. Вытаскиваем бинокль, Рекер. Отмечайте со страны. К бою готовы. На колонне два бегуна. Вы на подходе. Не сближайтесь с противником. Прием. Thank you.
вы в порядке? Все угол открыт. Чуть не сдохли от воздушного взрыва. Что произошло? Взрывная волна. Им повезло, что они живы. Давайте возьмем танк. Это не значит, что ты умеешь сражаться. Get out!
туда, а потом сможем отсюда не валим отсюда. Давай, нужно уходить.
почти одни остались. Три морпеха и одна гражданская. Здорово. У нас еще танк. Бронетехника с той стороны холма. Еще! По курсу прямо!
знаю, Рэк. Вижу аэродром. Нам нужно перебраться туда. Да. Ура! Иначе... Контакт! Впереди! Там. Нас осталось всего четверо. Нужно идти дальше. Там все как на ладони. Там никому не спрятаться. Нам нужен план получше. Тучи расходятся. Шторм стихает. Нам нужно спешить. Не нравится мне такая херня, вы спятили. Мы вчетвером против целой армии. Мы подробно обсуждали это задание с Гаррисоном. Он прекрасно знал о риске. Нет, это вы обсуждали. Обсуждали все за моей спиной. А в чем проблема? Не нравится, что у вас в отряде женщина? Женщина для меня не проблема, а вот лжецов не переношу. Пойдемте. Нам нужно выполнить задание. Подумайте о людях, оставшихся на Валькирии. О всех тех, кого вы спасли. Они надеются на нас. Черт! Помоги мне, Рэг. Я ей не доверяю. Она что-то скрывает. Присматривайся. Идемте дальше, но побыстрее. Мне кажется, я вижу самолеты. Вот истребители где? Они их выведут. Это просто вопрос времени. Давай же, буря долго не продлится. Ну что-то пока не похоже. Двигаемся за машинами. Не высовываться. Движение впереди. Через автобус. Помоги сдвинуть. Пытаюсь. Черт, пас, толкай! Живей, рука свободна. Контакт. И цель укончена. Цели поражены. Чисто. Встаем. Ладно, назад к машине. Бак, разбей окно. Хана, проверь ручной тормоз. На счет три. Раз, два, три. Надо уходить с этого места. Тут слишком опасно. Мы тебя не оставим. Никто никого не оставит. Толкая! Дай мне руку. Ты должен был
лямки! Он зацепился лямками! Ясно! Что это? Чертовски большой корабль! Лямки! Лезьте! Лезьте, лямки! Давай, давай, держись за меня! Держись! Наконец-то мы спрятались от пули. Сигнальная ракета у тебя, Пак? Не волнуйся, у меня. Ну, Пак, что дальше? Нам надо выбраться наверх и подтвердить координаты. Не-не-не. Тебя-то кто спрашивал? Я хочу услышать это от человека, которому я могу доверять. Ага. Подтвердим координаты, пульнем из ракетницы и свалим. Без проблем. Парни, а вы давно вместе работаете? Тут старые знакомые. Ирландец, рэкер. Дан тоже. Он был командиром раньше. Я с ними около года. А что случилось с Даном? Его забрало море. Извини. Я не знала. Тайник с оружием, Рекер. Я слышу голоса. Что у нас? Наземная команда и несколько стрелков. Yeah.
ангару. Как думаешь, Пак, вы близко к одному из главных ангаров? Давай, ее мать, ты не командир, Хана. Ты что, взбеленился, ирландец? Давайте сюда! Думаешь, мне нельзя доверять? Я вру? Я тебе ничего не сделала! Вот именно! Ты для меня ничего не сделала! У нас доверие обычно зарабатывает. Thank you.
Отражение, сука! Я стреляю! Он готов! Давай, дело за тобой! Очнись. Очнись, черт возьми. Пак! Не смей, сука, умирать. Ну же, черт побери. Пак! Там этажа! Ужасно там было! Какого хера? Ах, ты ж еб... Берем этого. Извини, Рекер. По-другому нельзя было.